Значит, нам сюда. Хорошо, погнали. Ну, где? Где, где? Вроде ты здесь был. Отлично. Давай, я постараюсь. А, все, ну. Тихо. Спокойно, спокойно. Блин, за скорострел пусть. Сука, там кто-то вышел. Мразь. Фу, ты чё меня так пугаешь, блин, охренел, что ли? Фу. И чё? Ух ты, они идут сюда. Тихо. Не то кинул, надо было слеп кидать. Нет, собака! Блин, у меня такой шанс был, такой, блин, ссаный шанс. Я его просрал, да, я его просрал. Да. Надо просто выжить и все. Да. Блин, ну в предыдущем раунде я, конечно, тупанул слегка. Запаниковал. Ну, знаете, с двумя зайцами погонишься, как говорится. Так, там слишком много. Не то, что много, но там опасно то, что Тихо, дайте. Я не хочу там идти. Ай-яй-яй. Пердак толстый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перезаряд. На всякий случай. Ну чё там, всё фигово, да? Да, ну давайте. Сейчас. Так, особых шансов. Опять мне не хватило патрончиков. Да. Именно так. И собственно, мы проиграли. Я заметил, они... У меня радует то, что они занимают все время одну точку, да? Заткнись. А, потому что, если бы они занимали разные точки, нам бы приходилось туда-сюда... Блин, да заткнись все. Нам бы приходилось занимать все время разные точки, и... Мы бы точно ничего не успели. Ну, сейчас я предлагаю посидеть. Так. Ага. Ой. Сюда. То, что сейчас происходит, не очень круто. Знаете почему? Потому что нас, в принципе, немного, немало осталось. Но проблема в том, что... Так, люблю вот это место, кстати. Подлавливать тут некоторых игроков. Конечно, вы скажете, чё, крыса упал, что ли? Зачем? Ты дурак. Но я вам скажу. Такая тактика. Правильно? Тихо. Тихо, он меня видел, да? Ну, шансов у нас особо нет. Точнее, не у нас, у меня, в смысле. Кто-то сзади, да, там, нет? Ну, а чё могу сделать против троих? Шанс, конечно, невелик. Так, самое главное сейчас... Дожить до следующего раунда, отлично. Не, ну... Так. Шанс есть всегда, да? Так, ну это пока оставим. Посмотрим, что нам там. А чё я тут сижу, да? Как очкун какой-то сижу тут. Да, ну а чё мне ещё делать? Ну давайте... Я не знаю. Ну надо бы... Надо идти, наверное, под мост. Потому что... Бляха ты муха. А, сгорел, парень. Сгорел. Ага.
нормально. Ну, я его добил, конечно, но у него ХП мало было, его там дробовик накопал. Тихо! Не туда дым кинул, надо было в другое место кидать. Надо мной что-то. Бамбуля тут упала. И там рашит, лады. Это что было, бля, хупа? Я думал, я его убил, честно. Он как-то так подпрыгнул, я думал, ну, как бы, знаете, когда... Иногда, когда убиваешь, они подпрыгивают как-то вверх так. Ой, я обделался, честно. И причем урон с писта-то не то, что не идет, я кашу с писта, нервничаю, блин, ссыкую. Очкую, да? Гори, ясно. Чтобы не погнали, парень убежал. Ой-ой-ой, как громко. -2. Скрысятни. Ты куда? Парень, тихо. Тихо. Да. Ну ладно, бывает. Блин. Прикольно вообще получилось. Собственно, давайте посмотрим. Значит, он пытается что-то сделать. Да, он пытается поставить бомбу. И куда-то она исчезла, например. А, вот, да? Ну, у него нет шансов, да? Да, у него нет шансов. И мы успешно берем раунд. Что это за музыка? Что значит Total? У меня когда была, я помню, на пиратке играл, у меня то же самое было. Я думал, это из-за того, что пиратские сервера, там все время говорилась эта фраза. Так, они, походу, на Б пошли, да? Я смотрю так по карте. Да, вон там вон они ходят. Так, ну или тут... Чё тут так задымили-то, капец? Не бывает дыма без огня. О, все, рашит, да? Ну хорошо, давайте их немного подогреем. Блин, я не пойму, они что, все тут что ли? Твои дети. Так, оставаться здесь нет смысла одному. Вот здесь посидеть, в принципе, можно, да? Я тут, кстати, АФК стоял, оборачиваюсь, этот проходит, я так спокойно ему в спину нафигачил. Понаяривал ему в спину. Кто это там? Тихо! Осторожно. Самое главное, это осторожно. Так, я думаю, дым прокинуть, да, им? А, все, один остался. Ну, попробуем сейчас его. Тихо. Нарик убил врага. Что там было? Ладно. Все, погнали. Погнали дальше. Дальше нам нужно гнать так. Ну. Так, все. Мы нас отняли одного противника, так же, как и мы у них. Хорошо, идем. Я думаю, нам. Мне кажется, они могут занять сейчас. Они Б заняли. Не заняли, но. Там поставили бомбу. Тихо. Подожди-ка. Ага, вот ты где, мразь. Я знал. Ой-ой-ой, одного не сняли, надо его прикрыть. А, все. Ну, все, нормально, победа. Мы крутые с вами. Ну, на первое место нам не удалось выйти, но все равно. Мы отпежили их, да, как след. Ну все, хорошо. Закончили, так закончили. Всем пока.